Зачем занята невоплощенная часть духа, когда часть его воплощена в человеческое тело? Опытом. Ну, как вот сейчас говорит Рамтян: невоплощенная часть духа занята тем, что она получает опыт через тело, перерабатывает этот опыт, сопоставляя его с прежними воплощениями и со своим. Со своими задачами, которые она ставила, когда посылала часть себя на воплощение, то есть, когда воплощалась частично через тело, первое. А второе, она корректирует, то есть посылает мысли через там совесть, через интуицию, воплощенной части себя, чтобы подкорректировать путь жизни на, в материальном мире этого духа, ну, конкретно там у вас, это конкретно на Земле. И это занято, когда воплощенная часть духа находится в физическом теле. Когда воплощенная часть духа покидает физическое тело, то в зависимости от своих вибраций происходит частичное или полное слияние с энергиями высшего, то есть невоплощенной части духа. И тогда он занимается тем, что гармонизирует воплощенную часть себя подпитывает его энергией и посылает его, помогает ему просматривать в астральном пространстве сновидения в зависимости от своих впечатлений и так далее, и все это в сновидениях вкладывает тот смысл, который может иметь значение для его жизни, то есть через образы там, оно общается с ним образами и помогает потом вернуться в тело, соединиться с ним и снова подпитывает энергией уже его физическое тело. То есть ну, фактически оно занято воплощением, воплощенной частью себя, оно сосредоточено на нем. Mm -hmm.